скажімо, при мера. І наступне питання. Ви особисто балотуєтесь? Да, я йду першим номером по Дніпропетровській області. Два моих заместителя идут первым номером по Крыму, идет Александр Кужель, и Кость Бондаренко идет первым номером по Черновцам. Повертаючись, ви вже казали за вибори президента і за їх результати, до нашого регіону, до Севастополя, що ви можете сказати про організацію сильної України тут у Севастополі і з точки зору результатів виборів, ну і з точки зору того, як ви зараз бачите її роботу? На момент президентських виборів ще самої організації не було. Була ініціативна група, яка підтримувала. Нам ще года нету, тому... Вот, собственно говоря, сейчас это такая очень молодая партия, порядка 3000 человек у нас сегодня есть. Мы принимаем только через индивидуальное собеседование, через индивидуальное членство. Очень много молодых людей сегодня. Ну ничего, хорошо, мне нравится, хорошая динамика. Очень важно, мы стараемся сохранить такую демократичность в партии, чтобы была дискуссия внутренняя, чтобы были внутренние разговоры, чтобы приходили люди, которые имеют амбиции в политике. Мне кажется, что сейчас пока это удается. І до блоку таких суто економічних, ну, звичайно, соціально-економічних питань. Податковий кодекс, про нього дуже багато говорять. Найбільш вона тема така хвилююча для українських підприємців, та й для громадян України, зрозуміло, тому що всі ми пов'язані. Тож головні питання – це спрощення оподаткування, ведення при розрахунках з покупцями касового апарату, ускладнення ведення бухгалтерського та первісного обліків. Прокоментуйте їх, будь ласка, наскільки це є все ж таки доцільно. Ми саме на цьому етапі розвитку економіки. Економіки, до речі, дуже занедбані. Я могу сказать, что вокруг этого, на удивление, но очень много спекуляций. Вот вы говорите о кассовых аппаратах, ни один вариант налогового кодекса, а последний особенно, не предполагает введение кассовых аппаратов там, где их не было, в упрощенной системе налогообложения для физических лиц. В упрощенной системе для юридических лиц кассовые аппараты были и до этого. Поэтому... Много спекуляций. Есть определенные вещи, которые людей беспокоили, которые, скажем, мы поправляем, признавая, что есть некоторые моменты. Ну, скажем, мы планировали для упрощенной системы налогообложения для физических лиц ввести налогообложение от 200 до 600 гривен. До этого было до 200 гривен. Сейчас сняли нижнюю границу, 200 гривен сняли, и это налогообложение будет колебаться от 0 до 600 гривен. Этот налог мы из центрального сделали местным, и теперь местная власть будет определяться, на каком базаре кто, условно, сколько будет платить. Я считаю, что как раз местная власть тут и должна определяться, она лучше это знает. Но вот я сегодня получил письмо от ваших предпринимателей, случайно меня встретили, попросили передать. И вот какие вопросы в этом письме, я моментально вот сейчас там, перед ужином посидел, просмотрел. Ну вот налогообложение депозитов. Ну, во-первых, по налогообложению депозитов то предложение, которое было, предполагало не облагать депозиты, которые были меньше 200 тысяч гривен на человека в одном банке. Такие депозиты составляли около 97% всех депозитов в Украине. То есть, если бы мы обкладывали этим налогом, то мы обкладывали бы только 3% депозитов более 200 тысяч. И это был бы своеобразный налог на богатство. Принято решение, что этого налога не будет вводиться. С этого года будет он вводиться с 2014 года. Также задавали вопрос по налогообложению, по налогу на недвижимость. Налог на недвижимость во всем мире есть практически основной налог для власти. Кого предполагается обкладывать? Для жителей городских все начинается со 100 метров квадратных или с 40 квадратных метров на человека. То есть, условно, если 5 человек живет, то умножаем на 40, до 200 квадратных метров налогообложения нет.
нету. Загальная площадь. Да, да, общей площади. Что касается одиноких, вот сегодня ко мне подходила одинокая женщина и спрашивала, я одна живу, у меня 50 квадратных метров, я буду налогооблагодарываться? Нет, потому что для одиноких предусмотрено в городе до 100 квадратных метров, они могут иметь эту площадь и ноль будут платить, в селе до 200 квадратных метров. Это тоже своеобразный налог на богатство. И я считаю, что это было бы целесообразно вводить. Но сокращение видов деятельности для упрощенной системы налогообложения. Но я скажу, если бы был конкретный разговор, вот я бы мог дискутировать, потому что мы убрали из этой вида деятельности подакцизные товары. Это производство водки, сигарет. Я считаю, что это не упрощенный бизнес совершенно. Это касса страны практически, и она должна очень жестко контролироваться. Отсюда же ушли производство и продажи горюче-смазочных материалов. Это ненормально, когда когда заправка работает на упрощенной системе налогообложения, она может генерировать очень большие деньги, а 200 гривен платить, ну, маловато будет. То есть мы старались как бы поддержать бизнес, но на государстве есть еще другая ответственность. Есть пенсионер, есть учитель, есть врач, и эти вещи мы делаем. А вообще, я скажу вам, что оставлять так и ничего не менять в системе налогообложения мы не можем. Точно. Почему? Потому что 181-я позиция у нашей страны по системе налогообложения из 183 стран. Это очень плохая позиция. Любой инвестор, который захочет прийти в страну, увидев только эту статистику, он не захочет приходить. А эти отчеты делает Мировой банк, вернее, компания Мирового банка, IFC, проверяя 11, исследуя бизнес-среду для западных компаний, и исследует 11 показателей. Вот первый показатель – это система налогообложения и администрирования налогов. Ну, я думаю, слід додати до цього ще і корупційну складову для тих же інвесторів. Як їм бути і як вижити в цих умовах? Тому що ці нововведення, ви знаєте, вони зустрічають в нашій країні. Если говорить о налоговом кодексе, то тут как раз будет не ухудшение ситуации по коррупции, а улучшение ситуации по коррупции, потому что сняты все возможности налоговика в одностороннем порядке принимать какие-то действия или по залогу, или по штрафам. Все только через суд, исключительно. Раньше были такие нормы, как безотцепное списание и так далее. Все штрафные нормы, все значительно сокращены. С 500%, которые были в предыдущей системе законодательства, до максимум 75%, и то после третьего нарушения единообразного. Первое 25% от суммы, второе 50%, и третье только 75%. Есть вещи, скажем, которые предполагают автоматический возврат НДС. Это забито на 23-й день после подачи декларации. Если налоговая не возвращает НДС, то на нее накладываются штрафные санкции 120% годовых ставки Национального банка Украины. То есть тут уже не надо ходить будет за НДСом своим, платить какие-то взятки для того, чтобы его получить. А если не будут возвращать, еще и штрафные санкции. То есть мы сделали очень много очень сильных норм, которые улучшают ситуацию для бизнеса. Есть один вопрос по упрощенной системе налогообложения, но я хочу сказать тем людям, которые скажем, работают на этой системе, чтобы они очень внимательно следили за тем, что там написано, и почитали, потому что их вводят по целому ряду позиций просто в обман. І ще до нас звертаються наші мешканці. Ви знаєте, в Севастополі багато пенсіонерів, багато серед них є і дрібних підприємців. І їх також збентежило введення змін у законодавство, низку законів щодо пенсійного страхування обов'язкового. І таким чином вони скажуться, що їм буде треба до пенсійного фонду додавати ще 200, більш ніж 200 гривень. А вони вже є пенсіонери. До речі, ця норма закону, наскільки я розумію, вона торкається і інвалідів, які є дрібними підприємцями. Адже вони теж мають пенсію. Чому це сталося? Этот закон прийнят. Это не норма, кстати, налогового кодекса. Этот закон прийнят где-то месяца три назад.
За него голосовал действительно Верховный Совет и проголосовал положительно. Очень 250 с чем-то, по-моему, депутатов голосовало. Значит, я думаю, что есть тут вопрос определенный. Чем это все предусловлено? Могу сказать, дефицит пенсионного фонда постоянно увеличивается. У нас очень тяжелая ситуация с пенсионным фондом. У нас дефицит из года в год добавляет. И, скажем, в этом году, имея доходную часть пенсионного фонда где-то 195 миллиардов гривен, мы будем иметь 26,6 миллиарда.